Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор массажера для лица, то есть набора по уходу за лицом. Вы давно просили, я сделала. Итак, поехали. Вот так выглядит сам набор, его артикул 9261, он в такой вот розовой коробочке. Здесь надпись Faberlic Expert, она у меня уже так вот стирается, но видно еще, да? И у нас здесь 4 насадки. Причем при покупке массажера, я помню, шла одна в подарок. Иногда бывает такая акция, очищающая щеточка как раз. Она у меня тоже была. Набор в использовании больше 2 лет однозначно. Поэтому есть что по этому поводу сказать и есть что вам показать. Итак, поехали. В наборе у нас с вами 4 насадки. Первая – это массажная. Она оснащена роликами. Они вращаются. Видно вам? Они вращаются. То есть они не просто так вот. Они все крутятся, вращаются. Так, следующая насадка, которая, кстати, есть в Faberlic, еще отдельно продается, но, по крайней мере, раньше продавалась. Это вот такая щетка для очищения лица. Она достаточно мягкая, мне нравится. То есть есть такие щетки, которые колются, да, и очень жесткие. Здесь нет, она, в принципе, мягкая и очень комфортная для очищения лица. В то же время очищает глубоко и круто. Следующая насадка. Насадка пилинг. Это такой мелкий абразив. Да, как пилочки для ног у нас бывают, только она менее жесткая, ну такая достаточно гладенькая. Я бы ее назвала даже больше для шлифовки лица, хотя она круто отшелушивает омертвевшие частички кожи. И четвертая насадка, я ее, девчонки, куда-то потеряла. Я вам увеличу, тут где-нибудь вставлю, как она выглядит. Она силиконовая. Это такая силиконовая щеточка, в которой я не увидела смысла, не пользовалась ей от слова совсем. И поэтому, естественно, она у меня куда-то делась. Это очень мягкий силикон, который я просто не ощущала на своей коже. Вот возюкаешь что-то по лицу, и все. То есть для очищения мне вот это прекрасно подходит. А та силиконовая, она якобы тоже для очищения избавляет от черных точек. Тогда нет. Она очень мягкая, и я ее на коже практически не ощущала. Вот эти вот ворсинки. Ну, что есть, что нет. Поэтому я ей не пользовалась, и она у меня куда-то ушла. Я ее вижу, девчонки, я ее нашла. Представляете, во время видео я ее вижу на полке. Она спряталась. Круто же. Вот она. Тут, кстати, снимается вот эта вот насадочка. Сейчас я ее обратно верну. Вау, представляете, вот как бывает, да? И вот так она выглядит. То есть очень мягкий силикон, он очень мягкий. Тому, кто не любит хардкорное очищение, как я, эта насадка безумно понравится. Такая она очень-очень мягенькая, деликатная, деликатное очищение. Так, у всех насадок есть вот сзади вот такая вот штучка. Таким образом они вставляются в прибор. Прибор работает от 2-пальчиковых батареек типа 2А. Я вчера буквально только поменяла их. Вот. Очень удобно лежит в руке. Вот батарейки, крышка, закрываем, вставляем. Батарейки начинают садиться, все уже не то. Нужно, чтобы батарейки работали хорошо, чтобы прибор хорошо по лицу, скажем так, работал. Как выглядит сам внутри? Вот этот вот у нас с вами чехол. Все насадки, они вот сюда вставляются, не все, точнее 3. И вот так его можно хранить. 3 насадки вставляются, одна одевается на прибор. И таким образом мы с вами прибор можем хранить. Так. Вот так. Вот. Одна на прибор одевается. Удобно. Красивый чехол на подарок вот так удобно. Если у вас есть знакомые, вообще здорово. Я хочу сразу сказать, что прибор работающий. Он действительно работающий. Если вы будете заниматься с ним каждый день, вы увидите результат. Когда я с ним занимаюсь каждый день так, как сейчас я вам покажу, даже вы видите результат. Сразу подтяжка лица, разглаживаются морщины, лицо выглядит свежим. Вот я вчера начала, опять достала его и начала с ним работать, потому что я то гуаша, то мезероллер, то еще что-то, то вообще забудешь делать массаж лица. Массаж лица, мое мнение, он эффективнее гораздо любых кремов. Если его делать регулярно, кожа вам скажет спасибо очень быстро. Сегодня я проснулась практически без мешков под глазами, потому что сплю сейчас мало, да, потому что вчера я вот эту вот программу выполнила. Если не лениться и делать это каждый день, хотя бы раз в день, вы результат увидите однозначно, потому что массаж здесь очень хороший. Так, давайте начинать. Чего мы с вами начинаем? Начинаем мы с вами с очищения. Я беру вот такую щеточку, все легко одевается, хоп, все. Мы берем с вами очищающее средство, пенку, мусс, любое, какое вам нравится. Я щеточку вот эту сейчас смочу под водичкой. Мы начинаем очищать с вами лицо по массажным линиям. Немножко вот так распределю, а то сейчас как отлетит. Включаем прибор. Видите, он жужжит достаточно так сильно. И начинаем прорабатывать. Снизу вверх.
видите, он хорошо, достаточно быстро вращается. Здесь нет реверса, поэтому в другую сторону мы с вами крутим его, если смотрите в эту сторону. В эту сторону мы с вами вот так вращающими движениями, то в эту вот так, чтобы не растянуть кожу, потому что реверса нету, да, и у нас идет вот так вот направление массажа. То есть, соответственно, если мы будем здесь делать так же, то оно у нас пойдет вниз, лицо мы не оттягиваем. Но это вы приноровите в процессе использования, как вам удобнее. Я иногда вот так переворачиваю щетку, смотрите. И вот таким образом мы с вами очищаем все лицо. Везде как следует проходимся. Я и веки очищаю. Смотрите, как подтягиваете вверх. Видите? Нос. Носогубки. Это вместе с очищением у нас параллельно с вами происходит массаж. Если сильно нажимать, видите, он заедает. То же самое происходит, если садятся батарейки. Круговыми движениями, достаточно мягкими, мы с вами очищаем лицо. Все лицо как следует прошлись, умылись. Сейчас я еще доочищу и будем с вами тестировать следующую насадку. Промыли щеточку, сняли под проточной водой как следует. Можно обработать ее хлоргексидином и положить храниться. Умылись, насухо вытерлись, потому что сейчас у нас будет насадка пилинг. А силиконовую насадку производитель нам рекомендует использовать 2-3 раза в неделю для очищения тоже кожи. Но я в ней не вижу просто, девчонки, смысла после вот этой щетки. Щетку она эффективно очищает лицо до скрипа, в то же время массажируя поры безумно чистые. Когда мы умываем щеткой, вообще любое умывание становится гораздо эффективнее. Вот эту силиконовую 2-3 раза в неделю рекомендуют. Но не знаю, я не вижу в ней смысла. Может быть, кому-то понравится, кто-то будет пользоваться именно ей. Дальше у нас с вами насадка пилинг. Я пробовала ее делать совместно с пилингом. Растительным кислотам, да, АБХ кислоты нашим фаберликовским, да. Но мне больше всего понравилось прорабатывать кожу на сухую. То есть вот мы умылись, лицо очистили. И дальше включаем, смотрите, вот такой тут абразив. Включаем прибор и по массажным линиям опять проходимся вот этой насадкой. Крутой, полирующий, отшелушивающий эффект. Кожа потом безумно гладкая, просто нигде, ни одной шелушинки, ничего. Особенно если у вас шелушение, вот попробуйте вот эту насадку, вообще класс. Итак, включаем. И по массажным линиям тихонечко проходимся. Вот таким образом все лицо. Вторую половину сейчас я пройдусь и вам покажу. Прошлась по всему лицу. Эту насадку мы снимаем. Ее также можно промыть под проточной водой. С мылом можно хлоргексидином обработать и положить храниться. Следующий этап ухода у нас с вами — это сыворотки, крема, кремы. Конечно, кремы и так далее. Наносим с вами сыворотку, да, какую хотим. Тонизирование еще можно, но я сегодня эту тут, пожалуй, пропущу. А так, кожу протонизировали, нанесли сыворотку. Наносим крем, какой вам сегодня хочется, каким вы пользуетесь. Я на этом внимание зацикливать не буду, каким я пользуюсь, потому что я в других видео рассказываю, да? У нас сегодня с вами самое главное — обозреть прибор. Ой, для декольте он тоже, кстати, изумительный. Тоже изумительный. Подтянуть, убрать второй подбородок. Сейчас покажу, как. Все, нанесли крем. Нанесли сыворотку, одели массажную насадочку, включаем прибор и также по массажным линиям проходимся. Благодаря этому крем гораздо быстрее впитывается, лучше работает, безусловно, кожа подтягивается. Ну, в общем, насадка вот эта изумительная. Вот ей я чаще всего всегда пользовалась. Поехали. По массажным линиям вращающими движениями.
подбородок, линию, овал лица можно подтянуть. Очень хорошо, если каждый день делать эту процедуру. И второй подбородок. У меня, кстати, знакомая так убрала этим прибором второй подбородок. Если делать все ежедневно, то уберется. Смотрите, декольте мы как с вами делаем. Вот здесь посередине вверх, а по бокам вниз. Чтобы убрать второй подбородок, переворачиваем прибор и массируем. Вот таким образом. Обязательно проходим по контуру лица до ушей. Особенно у кого провисание зависит. Лоб по массажной линии. Все знают массажную линию, да? Снизу вверх. Обязательно вниз. Свою кожу не оттягиваем, да? Снизу вверх. Вот так. Как можно прорабатывать морщинки? Чуть-чуть натянули кожу двумя пальцами. Проработали. То же самое лоб. Проработали. Вот таким образом мы выполняем массаж лица. Никакого дискомфорта этот прибор не вызывает абсолютно ни одна из насадок. Все сплошное блаженство. Еще, кстати, забыла вам сказать, старайтесь хорошо прорабатывать вот эти жевательные мышцы. Потому что именно они у нас вызывают провисание лица. То есть их мы прямо так вот хорошо проходимся. Ну вот и все, мои хорошие. Я вам показала, как я пользуюсь этим прибором, как я считаю им пользоваться гораздо эффективнее. Он на самом деле очень крутой. И если вы каждый день будете делать все вот так, то вы заметите результат очень быстро. Мне кажется, я на второй день уже замечаю. Уходят отеки под глазами. Лицо становится более гладким, даже на ощупь. Вообще, вне зависимости от того, каким вы кремом пользуетесь. И здесь все дело в шлифовке, в полировке, в правильном, хорошем, грамотном очищении и массаже. Ну, вы видите? Мне безумно это нравится, процедура. Просто вот иногда девчонки лень. А так, прибор классный, к покупке советую. Он действительно крутой, он действительно работает. Задумка обалденная, просто надо пользоваться. Надеюсь, обзор был вам полезен. Ссылка на регистрацию Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Ну, а я вас всех люблю, целую, берегите себя и всем пока-пока.